С ослаблением карантинных мер оживилась и культурная жизнь в городе. Если прежде выставки, концерты, кинофильмы воспринимались чем-то привычным, то сегодня каждое культурное мероприятие ощущается как праздник. Один из таких праздников состоялся 12 июля в художественной галерее, где открылась выставка известной висагинской художницы Ольги Калининой. В уютном пространстве галереи раздавались радостные приветствия давно не видевшихся людей, поклонников таланта художницы, ее друзей и учеников, которые пришли полюбоваться новыми работами Ольги Калининой. Ольга, сегодня открывается ваша очередная выставка. Как она называется? Выставка вообще как бы открылась еще в начале марта и называлась она «Весеннее настроение». Но поскольку все мы знаем, какие произошли события грустные, да, то все это немножко перенеслось. Когда сейчас она открывается, уже лето, и поэтому она стала называться уже не «Весеннее настроение», а просто «Хорошее настроение». И вы знаете, у меня, кстати, первый раз выставка летом проходит, потому что обычно я рисую цветы, и мне хочется их показать зимой или осенью, когда холодно. А сейчас я на улице, все цветет, и здесь все цветет. На этой выставке представлены работы последнего года? Да, работы, которые я нарисовала за последний год, моя любимая тема. Ну и немножечко еще вот так получилось, что иконы присутствуют на выставке. Они у меня довольно редко бывают, потому что в основном я их делаю на заказ людям или в церковь, ну, в зависимости от ситуации, да. Вот. А сейчас так получилось, что есть три иконы. Вот сегодня будет лотерея, и будет разыгрываться вот эта работа. Утешение, и кто-то уйдет с этой иконкой. Да, кому-то повезет. А во время карантина вы работали? Да, во время карантина я как раз сделала несколько тем цветущих. Нежность, цветущий жасмин, цветущий шиповник. То есть весной я рисовала опять цветение. И эти работы здесь тоже на выставке. Но параллельно проходит и ваша выставка «Всеми», она пользуется большим успехом. Расскажите о ней. Да, так получилось, что в этом году у меня действительно очень много выставок, очень много приглашений. Я этому очень рада, и хорошо, что есть работы. И сейчас «Всеми» идет выставка «Литовская природа» называется. Ну, там много таких травинок, камней, в общем, все, что характерно нашему краю. И на втором этаже проходит выставка наших детей художественной школы. Там тоже работы и выпускников, и учеников. Уже сказки и легенды Литвы. Вот. И действительно пользуется популярностью. И детям передали от Сима очень хорошие подарки. Краски, фирменные блокноты, ручки президента. Ну, в общем, я считаю, есть чем гордиться. Успехов вам творческих и педагогических. Большое спасибо. Гости любовались картинами, а некоторые и присматривали, какую из них они хотели бы видеть в интерьере своих квартир. Но вот хозяйка галереи Виолетта Шершневени объявила об открытии выставки и пригласила всех выйти на улицу. Площадка перед художественной галереей как нельзя лучше подходит для небольших камерных концертов. Музыкой на этот раз публику порадовала Елена Пищекения, исполнившая на флейте лирическую мелодию. Эта музыка и солнечный день, и хорошее настроение способствовали более полному восприятию легких и светлых картин. Посетите выставку «Хорошее настроение», особенно если чувствуете дефицит положительных эмоций. Экспозиция выставки продлится до 11 июля.